В Аше проходит международная выставка-ярмарка. Она проводится уже в 12-й раз. Здесь аграрии Ошской, Джалабадской и Баткенской областей могут составить договоры на поставку качественных семян, сельхозтехники и удобрений. Рассказывает Гульбара Кинджеева. В фойе Ошского драматического театра имени Ибраимова в эти дни не протолкнуться. Удобрения, семена, химикаты и полезную информацию фермеры могут найти здесь. Весь семенной материал, представленный на ярмарке, имеет сертификат качества, что для покупателей немаловажно. Я сама занимаюсь животноводством. В этом году решила попробовать выращивать овощи. Уже приобрела здесь семена огурцов, помидоров, капусты. Семена качественные, не то что на рынке. Для тех, кто подумывает о занятии тепличным хозяйством или проведении системы капельного орошения, предложение тоже есть. Систему могут установить как на одной сотке, так и на нескольких гектарах. Если у нас очень большие проекты, мы в любом случае подключаем специалистов из Израиля. Вот Израиль, Украина, они нам помогают сделать расчет, гидравлический расчет, какой насос выбрать, какой насос поставить. На выставке представлены более 40 компаний и частных предпринимателей из Голландии, Турции, США, Испании, Южной Кореи и других стран мира. Впервые у нас российская компания «Сельхозлидер». Они привезли нам мини-заводы по переработке сельхозпродукции. Они могут перерабатывать фрукты, ставить убойные цеха. Я надеюсь, что они заключат хорошие контракты и на юге будут построены такие заводы. Семена масличных и кукурузы уже обработаны химикатами. Сорта районированные, приспособленные к местным условиям. Болтовая Ахчалов занимается производством устойчивых гибридов кукурузы более 15 лет. Большинство фермеров сеет, что попадется под руку, поэтому они с гектара получают от силы 4 тонны зерна кукурузы. У них даже затраты не окупаются. Если сеять качественные сорта, можно получить до 14 тонн зерна. Особенность нынешней выставки в том, что впервые здесь представлены саженцы плодовых деревьев. Садоводство нынче тоже прибыльно. Десятки сортов яблок, вишни, черешни, хурмы и инжира можно найти здесь. Цены здесь приемлемые. Главное, уверен, что здесь не пропадут плохие саженцы. В первый же день работы выставки-ярмарки здесь побывало более 1500 посетителей. Ее торжественное закрытие состоится завтра. Гульбара Кинджеева, Акжолай Башев, Общественный первый канал, Ош.